С этого года в работе онкологического отделения Щелковской областной больницы произошли изменения. Оно больше не выполняет хирургические манипуляции. Эти функции теперь возложены на областные онкоцентры. Отделение на улице Шмидта теперь сосредоточилось на восстановительной и поддерживающей терапии и выводит эту работу на новый качественный уровень. Отделение выполняет противоопухолевые, лекарственные и поддерживающие процедуры. Для этого созданы 20 коек химиотерапевтического лечения. Пациент получает помощь в день обращения. Преимущество отделения онкологической лекарственной противоопухолевой терапии нашей больницы в том, что не нужно посылать пациентов на другой конец Московской области, тем более в нынешних температурных условиях сейчас перепадов, это летний период. Мы стараемся пациентов в этот же день обращения госпитализировать, провести им в комфортных условиях химиотерапию, необходимые дополнительные сопровождающие процедуры и, если позволяет его состояние, отпустить домой. Кроме лекарственной терапии, онкобольным оказывают поддерживающую терапию, а пациентам с осложнениями химиотерапевтических процедур – полное медицинское сопровождение. Это практически любой локализации опухолевые образования, начиная от молочных желез, кончая кожными образованиями, кончая какие-либо злокачественные образования желудочно-кишечного тракта, легких, иммунная терапия, требующая коррекции иммунного статуса для поднятия лейкоцитарной формы, для поднятия каких-либо показателей крови. В отделении выполняют процедуры, связанные с введением химиопрепаратов и иммуностимуляторов нового поколения. Широко применяется таргетная терапия, прицельное воздействие на клетки опухоли без повреждения здоровых клеток организма, а также гормонотерапия с использованием препаратов, подавляющих выработку естественных гормонов или их взаимодействие с рецепторами. Химио и сопутствующая терапия выполняются в отдельных процедурных кабинетах. В экстренных случаях пациентам на месте выполняют переливание крови. В остальное время больные находятся в палатах, оснащенных удобными кроватями и телевизором. Кроме этого, в отделении в две смены работают 10 коек дневного пребывания. Сейчас мы находимся в отделении дневного пребывания, которое приспособлено для проведения дневного введения гормональных препаратов и неотягощенной химиотерапии. Оно оснащено специальными креслами для удобства, со стойками для внутривенного введения. Тем, кто столкнулся с заболеванием впервые, медперсонал с многолетним стажем профильной работы проводит облегченную, ускоренную процедуру начала химиотерапии. В палате дневного пребывания довольно-таки удобные кресла. Дело в том, что процедуры занимают от получаса и больше, и важно, чтобы пациент все это время провел в комфортных условиях. Диагностические процедуры, необходимые для проведения химиотерапии, онкоотделение делает на своей базе. Пациенту не нужно бегать по лабораториям и процедурным кабинетам, стоять в очереди. В конечном итоге это ускоряет процедуру получения химиотерапии и приближает выздоровление. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.